Здравствуйте, друзья! С вами Роман, и сегодня я хочу вам рассказать об проекте, который недавно стартовал, а именно 3 дня назад, 17 июля. Он относится к разряду тех проектов, которые я называю стратегическими буксами. И в этом видео я вкратце расскажу, как провести регистрацию и выполнить начальные работы и начать работать и зарабатывать в этом проекте. Итак, начнем, как обычно, с регистрации. Когда вы проходите по реферальной ссылке партнера, вы попадаете на вот такую страничку. И для того, чтобы зарегистрироваться, нужно нажать на вот эту кнопочку «Создать аккаунт». Нажимаем. Вам нужно разгадать капчу. И нажать кнопочку «Регистр». Мы переходим на вот эту страничку, где нам предлагается ввести свой юзернейм, логин иначе. Ну, я какой-нибудь введу фиктивный, потому что мультиаккаунты запрещены. Дальше вводим почту. Я опять же ввожу от фонаря почту. Всем рекомендую использовать почту Gmail. Дальше два раза пароль. И следующий момент. Обратите на него внимание. Выбираете секретный вопрос. Имя первой подружки, ваш лучший актер или певец, ваш герой детства или же ваше детское хобби. Ну, давайте что-нибудь выберем, например, там, допустим, певца. И пишите свой ответ английскими буквами. Ну, я не знаю, напишу, что первое в голову пришло, там, Sting, например. Вот, здесь выбираете свой пол и нажимаем кнопочку «Регистр». Я нажимать на нее не буду, по понятным причинам, а просто перейду в свой аккаунт. Вот вы видите, друзья, мой аккаунт. Я уже сегодня второй день в проекте, и поэтому у меня уже есть какое-то количество баб, то есть бонусных очков. И вот я вкратце хочу вам рассказать. Очень удобный кабинет, достаточно все близко, и вот смотрите, здесь такое меню, и первый пункт, это мы можем перейти на страничку в Фейсбуке, где рассказывается об этом проекте. Вот я нажму, и вы видите здесь информация о группах и так далее. То есть можно зайти и все почитать. Следующий пункт, здесь прямо внутри нам показывается, какое распределение по группам в зависимости от баб. А также другая информация, то есть в частности, вот вы можете здесь прочитать, перевести. Ну, для людей, которые уже работали в подобных проектах, я думаю, здесь секретов практически нет. Для тех же, кто впервые, я расскажу, что попадая в первую группу, то есть набрав 1600 бонусных баллов, мы начинаем получать денежные объявления. Вот об этом здесь и пишется. Наберите минимум 1600 баллов. Также здесь сказано, что купив пакет за $1, это минимальная покупка, вы получите сразу 3160 баб. И также здесь написано, что чтобы получить $1, с вас снимется всего 2000 баб. Так что вы видите, 1160 баб — это ваш профит за $1. Можете все это просчитать. Но здесь написано, что мы имеем профит 158%. То есть $1 вы получите $1.58. Как быстро, это, конечно же, зависит, в какой группе вы будете находиться в данный момент. Так, далее. Как добавить фонды? Мы нажимаем на кнопочку «Add funds». И вот здесь выбираем, вы видите, доступно 4 кошелька. Ну вот, Perfect Payer, Bitcoin были, и Neteller недавно добавили. Выбираем, вводим сумму, какую мы хотим добавить. Вы видите, минимум депозит $1, максимум 17 тысяч. Нажимаем на кнопочку «Депозит», проходим стандартную процедуру оплаты через Perfect или Payer, Bitcoin, и получаем деньги себе на баланс. Далее, когда мы введем средства уже себе на баланс, или же заработаем их, то уже мы можем купить пакет объявлений. Вот нажимаем «Buy ADS». И здесь нам предлагается ввести вашу реферальную ссылку того проекта, который вы рекламируете, количество пакетов, которые вы берете, как я уже сказал, от $1,
и выбираете, из какого баланса вы будете покупать. Ну, в данном случае у меня пока все по нулям, поэтому я покупать не буду. Ну, здесь очень простая процедура. Когда вы все это введете, нажимаете кнопочку «Purchase», и вам на баланс баповый упадет, в зависимости, если это 1 доллар, то плюс 3160 баб. Если 2, соответственно, умножайте. Само собой, что с баланса денежного у вас спишется соответствующая сумма. Далее, как вывести средства? Вот смотрите, если нажать кнопочку «Cash Out», то вот здесь нам предлагается как раз именно в этом пункте ввести свои кошельки. Вот я их еще не ввел, но нам интересно, минимальная сумма для вывода всего-навсего 5 долларов. Мы сюда вводим сумму, какую хотим вывести, выбираем кошелек, соответственно, задав перед этим вот здесь идентификатор кошелька, и нажимаем кнопочку Cash Out для того, чтобы вывести. Еще что хочу вам рассказать об еще одной возможности. Вот здесь очень интересный пункт, это апгрейды. Вот два апгрейда за 5 центов и за 2,99. Вот если нажать сюда, то мы видим, что апгрейд за 5 центов, вот здесь написано, вам обеспечит. Ну, вы можете сами перевести и все это прочитать. Ну, я скажу своими словами. За 5 центов вы получите 1 доллар в течение 7 дней различными объявлениями. Это все будут переработанные объявления. Но есть условие, чтобы купить этот апгрейд, у вас должно быть не менее 3600 баб. Я думаю, что эта цифра обусловлена именно тем, что, как вы помните, за 1 доллар с вас снимется 2000 баб. И чтобы у вас осталась минимальная сумма баб для получения денежных объявлений, а именно она составляет 1600, вот эта сумма так и задана. Далее, апгрейд за 2,99, вот этот апгрейд второй, он будет тоже в течение 7 дней давать вам объявление, то есть 1% от всех покупок всеми участниками и различные объявления, вот вы видите, от 0,01, то есть от 1 цента до 49 центов. Опять же, чтобы купить этот апгрейд, вам нужно иметь не менее 40 тысяч баб. Вот такие апгрейды. Возвращаясь на главную страницу, и здесь же есть внизу ваша реферальная ссылочка. И опять же кнопка, она есть и здесь в меню. На нее если нажать, то вы видите здесь три вида стандартных баннеров, которые вы можете рекламировать в других проектах, в других каких-то местах. Баннеры стандартные: 728 на 90, 468 на 60 и 125 на 125. Возвращаюсь, и вот смотрите, еще есть здесь кнопочка Settings, но здесь особых настроек пока нет. Тут единственное, мы можем изменить свой пароль. Для того, чтобы немножечко показать вам, как это все функционирует, я специально сегодня оставил одно объявление, и можно нажать вот здесь, можно вот здесь, нажимая на эту кнопочку, я перехожу объявление, вы видите, бонусных баллов, и вот оно последнее у меня осталось. Ежедневно нам дают 200, как я уже сказал, я второй день, вот вчера было 200, сегодня должно быть 400. Нажимаем вот сюда на эту кнопочку, подтверждаем, и вот вы видите, пошел вверху таймер, 20 секунд. Вот он отработал, нажимаем кнопочку Confirm, никакой капчи вводить не надо, и все. Мы возвращаемся обратно, объявления у меня уже нет, и у меня стало 400 баб. Вот вкратце об том, как работать в этом проекте. Как я уже сказал, все здесь достаточно просто, никаких таких наворотов нет. Да, еще что я вам не сказал, можно купить отдельно, если у вас есть такое желание и потребность, отдельно купить баннеры для рекламы, но вам за них ничего не дадут, никаких ни бапов, ничего. Здесь вы просто используете эту функцию для того, чтобы рекламировать какие-то свои проекты. Опять нажимаю на кнопочку Home, возвращаясь на главную страницу, и вот здесь еще есть шестеренка. Вы видите, она дублирует тоже клавишу вот эту Settings. Так что, в принципе, я вам рассказал, как бы
практически все. Да, еще и здесь вот кнопочка Terms. Тоже переведете, почитаете. Опять же, How it works, она тоже повторяет, даже не полностью, то есть разбитие по группам, вся информация есть. Вот если нажать на кнопочку новости, то вот последние новости были 15-17 июля, подключили Neteller. А также есть кнопочка контакт. Вот, пожалуйста, нам дается два адреса почты. И вот здесь написано, что в нижней части вы можете связаться. Ну вот сейчас они офлайн. Вы видите, вот здесь есть такое поле, где вы можете связаться онлайн с поддержкой, но именно тогда, когда она будет на связи, эта поддержка. То есть, когда здесь будет написано онлайн, можно с ними связаться. Вот я закрою пока. Вот, собственно говоря, все. Всех приглашаю в этот проект. Регистрируйтесь и начинайте зарабатывать. С вами был Роман. Всего хорошего и удачи!